Мы вышли на крутой горный перешеек. Слева обрыв, бездна. Командир запретил смотреть туда. Кто посмотрит в пропасть, тот туда и полетит. А сам не полетит, так я помогу. Справа стреляли. Смотреть направо тоже было запрещено. Но мы посматривали. Иногда удавалось разглядеть снайпера. Такая вот нехитрая диспозиция. Слева смерть, справа смерть, сверху небо. Большая и малая медведицы. Движемся вперед. У нашего командира кличка Дикий. Он идет первым, ведет всю цепочку. За Диким старик. Он и в самом деле старик. Старше любого из нас, как минимум вдвое. Дальше иду я. За мной рыжий, маленький. Долго мы ждали какого-нибудь задания. И вот в конце концов за грехи свои дождались. Такое задание, что никакого другого и не надо. Всем заданиям задание. Пройти по этому чертову перешейку на ту сторону. За каким хреном нам туда надо? Никто ничего не объясняет. Командир! Чего надо? Хотел поговорить. С командиром не разговаривают, его слушают. В данный момент мне нечего тебе сказать. Давай двигай жопой. Первым сняли рыжего. Мгновение назад он еще топал позади меня. И больше не топает. Даже не вскрикнул. Потом в пропасть полетел старик. Старик как-то нелепо качнулся. И все. Теперь в нескольких шагах передо мной маячится спина командира. Старик, сколько таких дорог он прошел, пока не ступил на эту вот последнюю. Еще минуту назад он подбадривал нас. В худшем случае, ребята, мы пройдем на тот конец. А в лучшем, наши души полетят в рай. И непонятно было, шутит старик, или его и вправду до смерти достало все это дерьмо. Попадут ли наши души в рай, мне один хрен. В первую секунду мне даже не больно. А дальше я уже вообще ничего не воспринимаю. Мое тело летит в пропасть. А куда летит душа, и была ли она вообще у меня, этого мне уже не узнать. Мы идем. Слева пропасть, справа стреляют. Мы идем в самое хреновое место на всем белом свете. И даже не догадываемся об этом. С командиром не разговаривают, его слушают и слушаются. Если я сказал, что мы пройдем, значит мы пройдем. Я лично совсем не боюсь этих выстрелов. Я не боюсь этих блядских выстрелов. Двигайте жопами, вы же воины. Какие мы к черту воины? Мы простые ребята. И отличаемся от всех только тем, что одной ногой находимся в могиле. Вот старик – воин, весь покрыт шрамами, весь организм старику пулями исцарапало. Нет, ну правда, ты только прикинь, я здесь, а она там. Она же молодая, горячая девушка. Я не уверен, что мне удастся сохранить с ней отношения. Твоя сейчас задача – сохранить отношения со своей собственной задницей, мудила. Что там за разговоры? Да маленький опять, блин, трахает мне мозги. Он у нас по этому делу специалист. Мы не маскируемся, не скрываемся. Такой возможности просто нет. Мы просто идем. Следующий мой шаг оказался последним. Пуля попала в правую ногу. Даже, можно сказать, не попала, а царапнула. Но я оступился и живым полетел в бездну. Мы вышли на узкий горный перешеек. В первую же секунду сняли Дикого. Старику я никогда такого не видел. Старику отстрелили голову. Черт, из чего они там стреляют? Я теперь командир. Веду цепочку. Надо вздрючить молодых салабонов. Налево не смотреть. Кто посмотрит в пропасть, туда и полетит. А сам не полетит. Я помогу. А мне? Когда я уходил, мой батя сказал так. То, что ты вернешься домой, я не сомневаюсь. Главное, чтобы ты вернулся домой не по частям, а целиком. И все-таки всем чертям назло мы дошли. Не все, но дошли. Только я, маленький и гусь, но мы добрались. Дорогие наши товарищи, Дикий, старик, рыжий, ваши смерти не напрасны. Вы помогли нам дойти. Вот только что нам делать дальше? Об этом никто нам не сказал. Наверное, Дикий знал.
Дикого убили сразу. Теперь наш командир старик. Справа стреляют, слева зияет бездна. Если смотреть налево, может закружиться голова. Пропасть может загипнотизировать, притянуть. Посмотришь налево и сам не заметишь, как полетишь туда. На месте командира я бы объявил, что смотреть налево запрещается. Может, командир и хотел бы это сказать, но у нашего командира, старика, нет головы, а значит, нет и рта. Нечем говорить. Безголовый ведет нас куда-то вперед, а мы хотим домой. Но у нас есть только два пути домой – смерть или победа. Причем, что такое победа, мы понятия не имеем. Налево не смотреть, направо тоже лучше не смотреть. Если же совсем закрыть глаза, то в моем сознании всплывает улитка. Я вижу улитку, ползущую по лезвию бритвы. Это мой сон, мой ночной кошмар. Ползти, скользить по лезвию бритвы, но выжить. Гусь боится, что погибнет, и так не успеет побывать в Диснейленде. Но по его мнению, это самое удивительное место на свете. А по-моему, самое удивительное место на свете здесь. Он опять трахает мне мозги. Он прямо специалист по этому делу. Сняли гуся. Прощай, братишка. Если я выберусь, я побываю за тебя в Диснейленде. Обещаю. Я видел, кто стрелял. Совсем молоденькая сучка. Черные волосы собраны в пучок на затылке. Она действительно снайпер. Какая-то часть меня боится того, что я найду в конце пути. И главное, я совсем не знаю, что будет делать, если дойду. Но есть и другое чувство, посильнее страха. Желание пройти до конца, вопреки этой черноволосой сучке. Назло ей. И вдруг безголовый старик впереди остановился. Entschuldigung, meine Damen. Wir schließen, denn es ist schon 10 nach 8. Но у меня осталось еще три пульки. Komm morgen wieder. Wir fangen um 10 Uhr wieder an. Безголовый старик остановился. Остановились и мы. Командир почувствовал приближение ночи. И правда, тут же мгновенно стемнело. Мы тихо стояли. По ночам не стреляли. И все же в горах, в темноте, лучше не передвигаться.